Вопрос короткий, ответ должен быть короткий. Сколько аппаратов EVL BioVent казахстанского производства поступило в область, в каком они состоянии, рабочие, нерабочие? Спасибо. Спасибо. Сколько аппаратов? Эхо стоит, еще плохо слышно. Сколько аппаратов EVL аппаратов BioVent поступило в Северо-Казахстанскую область? 87 аппаратов, значит, Казахстан Инжиниринг поступило, все они работают. Спасибо за ответ. Диана, перехожу к следующему журналисту. Благодарю вас за вопросы. 87? Есть... Точно? Вы уточняете? Я хочу уточнить цифру. 87, точно. Да, да. Все, спасибо. Спасибо.